Это город Керчь, где Камчатка будет строить для себя это судно. На судостроительном заводе в Керчи праздник. Закладка кили грузопассажирского судна, которое свяжет Камчатку с дальневосточными портами. Торжественное мероприятие символично совпало с 6-й годовщиной референдума о присоединении Крыма к России. Мы же тоже полуостров, как и вы, и у нас только авиасообщение. Конечно, морское сообщение является очень важной составляющей для наших жителей. Так было всегда на Камчатке. И вот сейчас этот паром, который строится по поручению президента нашей страны, он как раз решит эту задачу морского сообщения, пассажирского сообщения, комфортного сообщения Камчатки и дальневосточных портов, и в первую очередь, конечно, Владивостока. Для Камчатки сегодня строится много судов разного типа и назначения. Боевые корабли, подводные лодки, гражданский флот, рыболовецкие суда. Они возводятся в Калининграде, Приморье, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, а теперь на судостроительной карте Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый паром такого типа. 30 лет между Петропавловском и Владивостоком нет морского сообщения, пассажирского сообщения. И этот паром как раз предназначен для того, чтобы связать воедино все порты Дальнего Востока. И, конечно, связать их с Камчаткой. Этого ждут сегодня и камчатцы, ждут, и другие жители нашего Дальнего Востока. Поэтому заказ очень нужный, востребованный и долгожданный. Ключевую роль в выборе типа нового судна сыграло мнение жителей полуострова. В ходе онлайн-голосования, организованного правительством края, камчатцы приняли решение о необходимости строительства именно грузопассажирского судна. Паром проекта CNF-22 предназначен для перевозки 150 пассажиров и до 78 легковых автомобилей. Экипаж и обслуживающий персонал – 48 человек, скорость экономического хода – 15 узлов. Этот заказ мы начинаем осуществлять в день 6-летия Крымской весны. Я думаю, что завод будет развиваться дальше. Это новые рабочие места, и республика всячески поддерживает завод. Видите, заказы новые поступают, идем только вперед. На Керченском судостроительном заводе за 80 лет построено более 500 судов и кораблей различного класса и назначения. В последние годы предприятие прошло переоснащение. И с 2014 года завод набрал значительные производственные темпы. Раньше мы делали только корпуса. Сегодня мы вышли и показали всем, что мы можем строить корабли в полном цикле до сдачи. Первые заказы в этом году уже пройдут швартовные и ходовые испытания. И в этом году мы будем первые заказы отдавать заказчику. Поэтому новый заказ как нельзя вовремя. В завершении церемонии Владимир Илюхин, Игорь Обрубов, Игорь Михаличенко установили закладную доску на секции корпуса. Напомним, в конце 2019 года состоялась закладка киля в основании еще одного парома для связи Камчатки с Командорскими и Курильскими островами, которая строится на Окской судоверфи в Нижегородской области. Ольга Семенова при содействии телеканала «Крым-24», информационное агентство «Камчатка».